16 команд, более 200 участников и, конечно же, настрой на победу. На стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел региональный этап футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым» в дивизионе Юрия Гаврилова. К сожалению, по состоянию здоровья в этот раз Юрий Васильевич не приедет к нам. Но мы ему все вместе, все участники этого турнира обязательно направим видео поздравление и видеописьмо. Вот, обязательно мы ему о нас скажем, о результатах сегодняшнего турнира. В этом году в турнире приняли участие ребята из Домодедова, Красногорска, Ярославля, Можайска и других городов. Валерия вместе со своей командой приехала из Чертаново, чтобы продемонстрировать свой профессиональный уровень. Футболом она занимается уже третий год. Раньше я в садике захотела записаться в секцию футбола, а потом там тренер сказал, что типа слишком хорошо, и уже надо на какую-то команду. И он как раз работал в этой команде, детей тренировал маленьких, и я туда записалась. Кирилл играет за команду «Витязь» из Старого Городка. Юные футболисты упорно тренировались каждый день, чтобы показать высокие результаты на турнире. Но самое главное – поддержка родителей и тренеров. Мы тяжело тренировались, и у нас был план на победу. Команды победителей наградили кубками и грамотами. Теперь юных спортсменов ждет решающий этап фестиваля, который пройдет в сентябре в Анапе. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».